Люди любят что-то ново посмотреть и услыхать, но скажу, что Божье слово нужно все-таки читать. Громкий звук от рок-н-ролла не хотела б я слыхать, потому что сердцу больно слышен стук тик-ток, тик-ток. Музыканты, очень важно перед Богом трепетать. Не шумите, братцы, громко. Бойтесь Бога, чтоб понять. Тайну эту невозможно плотским разумом узнать. И поэтому так важно откровение услыхать. Бог судья, он будет строго два вопроса задавать. Был ты слева или справа, middle class разрушит враг. Стабенхаузер, нет, не нужно звезды с неба доставать. Пусть одна горит не вечно, Божий свет хочу видать. Все пространство бесконечно, так люблю я ощущать Божью силу, что однажды может на небо поднять. Мистер Хаузер, мистер Лука, я люблю предупреждать, что большая перемена и Америке не встать. Может, как-то неприятно от меня это слыхать. За грехи сгорит планета, будет страх и будет плач. Очень-очень время мало, не нужна вам эта страсть. Убегайте от Содома, Бог дарует благодать. Иисус воскрес, победа, смерть не может удержать. Вот такая эта вера души может исцелять.